Хотя Сильвестру Сталлоне 71 год, у него по-прежнему отличная фигура. Артист не молод, но выглядит потрясающе. Сегодня мы рассмотрим 5 законов питания Рэмбо. Закон первый. Не ешьте поздно. Сталлоне действительно следует дисциплинированному плану диеты. Он старается не есть в позднее время суток. Закон второй. Паста. Как и все итальянцы, Рэмбо любит макароны. Он ест пасту только из твердых сортов пшеницы. Закон третий. Рыба и бурый рис. Большинство основных блюд Сталлоне включает в себя рыбу и бурый рис. Рыба полна белков, полезных жиров и минералов. Бурый рис включает в себя важные питательные вещества, витамины группы В, фосфора и магния. Закон четвертый. Алкоголь. Рокки пьет немного алкоголя, но иногда балуется шампанским. И, наконец, закон пятый. Овсяное печенье. Перед тренировкой, чтобы зарядиться энергией, Сильвестр ест натуральное овсяное печенье.